Сегодня мы покажем, как готовить горячее блюдо из китайской капусты, выращенной на собственном огороде. Вот это вот китайская капуста «Ласточка». Она была высеяна непосредственно в грунт. На этой грядочке она вот еще в среднем своем спелом состоянии. А сейчас мы перейдем на грядочку, на которой она была высажена рассадой и уже достигла своей зрелости. Ее-то мы сегодня и будем готовить. Вот здесь вы видите нашу капусту-ласточку уже в своем очень спелом виде. Как бы не переспеть. Кочаны уже большие, и мы можем их срывать. Вот они такие. Крупные, мясистые. О них можно использовать и на салат. А сегодня мы будем готовить из них горячее блюдо. Китайская капуста, ну, наверное, по-китайски или по-тайски. Вот здесь мы уже помыли нашу капусту. Здесь 5 кочанов. Срезали с них корешок. Теперь здесь абсолютно все чистенькое. Нет ни гусениц. Вот она вся такая чистенькая. Мы ее разберем по листикам, чтобы еще раз убедиться в ее полной чистоте. А затем уже будем резать и готовить. Итак, наше первое блюдо из собственноручно выращенной китайской капусты «Ласточка». Это тайская капуста «Вок». Ингредиенты: имбирь, чеснок, лук. Лук обязательно. Не верьте тем рецептам, где нет лука. Тайцы используют лук-шалот, но подойдет и наш обычный привычный лук. Розовое вино, можно рисовое вино, соевый соус, мед и кунжутное масло. А также вы можете добавить орешки, зерна кунжута или в данном случае мы добавили миндаль. Порежьте капусту, заранее вымытую и приготовленную. Обжарьте чили, перчик, чеснок на сковороде. Добавьте капусту, имбирь, рыбный соус, фиш-сос, мед. И готовьте это буквально 5 минут. В конце добавьте семечки кунжутные. И вот ваше блюдо готово. Попробуйте, и вы не сможете готовить по-другому.